Добрый день, Милздари! Это обзор от Mob.org, и с вами я, Трэш. Я готов поведать вам о новой игре в жанре моба по вселенной Анджея Сапковского, именуемой как Ведьмак Battle Arena. Для тех, у кого, как говорится, голова в гузнах, поведаю, что к жанру моба относится такая игра, как Dota, от которой появляется зависимость не меньше, чем от водки. К слову о ней. Хороша! Что касается платы за игру, то сие удовольствие абсолютно за даром. Разве что есть несколько вещичек, которые можно приобрести за орины. Но на ход битвы они не влияют. Пока в игре есть две карты с режимом 3 на 3. На арену явились уже 9 достопочтенных и, наверное, знакомых вам героев. А по слухам зевак, шлюхи торговцев, в скором времени героям присоединится еще несколько небезызвестных особ. У каждого героя есть по 3 активные способности, каждую из которых можно отрегулировать до начала боя. После боев, как правило, мертвые враги оставляют много всякого добра, которому грех пропадать. Тем более, что эти вещицы могут помочь в следующих турнирах. Да, незначительно. Но лучше, как говорится, в руках рыбка, чем пипка. Поговаривают, тут можно вести бои как против людей, так и против искусственного разума. Что, скорее всего, опять проделки чародеек или алхимиков. Никогда их не любил. Ну, если вы побаиваетесь, в этом нет ничего страшного. При желании вы всегда сможете отточить свое мастерство на поле тренировки. Тапая по карте или врагу, вы будете перемещаться в заданное направление, а используя иконки в левом углу, вот здесь, вы будете применять активные способности для эффективной и быстрой смерти врага. Только вот такие умения требуют некоторых перерывов. А то, знаете ли, перенапрягаться тоже нельзя. А то, извольте, так пернуть можно, похлеще краснолюда. Ах да, чуть не забыл про магазин. Выбрав закладку урона, защиты или магии, вы приобретаете вещицу наиболее угодную душе и улучшаете ее за орины, добытые в бою. Побеждает та команда, которая быстрее наберет 500 очков путем убийства противников. Ну вот, кажется, я вам все рассказал. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то ставь перст вверх, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.org и я, Трэш. До скорых встреч!